Блин, офигеть, меня мама стала в 3 часа ночи выживать с дикими кенгуру. Ну ничего, у меня в рюкзаке есть немного оружия. Порубим. Давай их найдем. Может, попробуем заснять. Мне страшно с этих. О, папа, это ты? Папа, это ты? Просто мы там уже заметили кенгуру 3. Вот так на нас пялились вот такими вот глазами. И малыша охраняли. Еще бы немного, они на... бы своими зубами, сами зубы загрызли бы. Ой, есть на что-то. А я тут снимаю 3 часа ночи выживание с саблезубами кенгуру чек. Это мой пара изо рта, если что. Выживание с папами 3 часа ночи чек. А где наше поселение? Выживание 3 часа ночи. Самому в лесу 100 квадратных метров без никого. Ну или 80, ну или 60, не знаю. Но самое главное, что в 3 часа ночи и одному. Я почти по центру, значит, примерно 60 метров. Я себе тут ногу подверну, но ничего, дойду. Я же все-таки Сигма. Ей там водичка такая громкая. О нет, это собачка очень. Да блин, снова пальчик. Вот такой вот? Офигеть. Алис, можешь показать?